Добрый день, меня зовут Владимир, занимаюсь холодильниками больше 12 лет, работаю в компании «Ленремонт». Поступила заявка в поселке Паргово на холодильничек «Вирпу». Более подробно то, что случилось, вам расскажет сейчас хозяйка холодильника. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Мы переехали в новое жилье и перевезли технику. Естественно, ну, как обычно бывает, переезд – вещь тяжелая, поэтому, ну вот, оказалось, что холодильник перестал работать. Мы вызвали мастера из первой попавшейся фирмы, «Фаворит» фирма называется. Но то, что хотели, нам те услуги не оказали. Предложили, провели диагностику. Выяснилось, что сгорел агрегат на холодильнике. Предложили поменять. И провели диагностику, которая, в принципе, сказали, будет стоить 400 рублей. Оказалось, в итоге потом 2000 с нас взяли за диагностику. По агрегату тоже взяли сумму с нас 8000, хотя этот агрегат стоит гораздо меньше. Ну, в общем, потом выясняется на следующий день, холодильник так и не отремонтировали, выяснилось на следующий день, что, оказывается, еще у нас сгорела плата, и нам предложили оплатить сумму 25 тысяч за ремонт холодильника, от чего мы, конечно, отказались. Ну, так как мы не смогли решить нашу проблему, мы обратились в компанию «Ленремонт», и вот приехал к нам мастер Владимир. По квитанции выяснилась диагностика, взята с клиента 2000 рублей, предоплата за компрессор взята 8000 рублей. Диагностика не выявлена, потому что написано только диагностика. При этом не написано, что сгорел компрессор, что полетел электронный модуль на холодильнике. Этого нигде ничего не прописано. Общая сумма людям вышла 10 тысяч рублей. Холодильник как не работал, так и не работает. Когда я приехал на диагностику, компрессор в холодильнике был снят, электронный модуль также был отключен. Сейчас мы это все постараемся все собрать, установить и запустим холодильничек. На холодильнике был заменен компрессор, вот старый компрессор, вот установлен новый компрессор. Также был заменен фильтр-осушитель. Был отремонтирован электронный модуль. Естественно, холодильник после всего этого заправляется приемом. Также нашей клиентке Татьяне мы хотим подарить наш презент от компании «Ленремонт». Это книжка от нашего генерального директора Сорокина Дениса Николаевича «Как сохранить природу». А также ручку пожизненной гарантии фирмы «Ленремонт». Угу. От нашего директора вам подарок. Спасибо большое. «Ленремонт» 344 44 44. Будьте осторожны при выборе компании. Все, до свидания.